Ничего не брал? Нет. Только суп. Привет. Как дела? Язык без слов? Ты что, глухонемой? Ладно, давай, не буду тогда... Хорошо, давай попытаемся с тобой сложить диалог. Расскажи, как ты залетаешь на тайде. Да я вроде не залетаю, они сами приходят. Понятно. Как дела? Пойдет, поел, что? Поспал, поиграл. Что ты сегодня делаешь? Сегодня паблики штырим. Нет. Просто штырим. Мы с Дёпой паблики нагибаем. Дёпа? Или нас паблики нагибают. Вот, что? Кстати, многим интересно, вот мне писали личку, скажи, какой стату пацанов? Какой стату пацанов? Да, ну то есть какой у тебя стат в Ладри сейчас, ну в смысле в стиме, в твоем аккаунте Dota 2? У меня где-то 250 на 170. У тебя? 300 на 200. Жесткий. Вот еще такой вопрос, кстати, ты, наверное, читал. Дёпа, трогал ли ты Ультиму Шторма? Ни разу. Ни разу не трогал? Но уже нету, да. Она, понятно. Но она как минимум колючая. Она колючая. Лысина колючая. Лысина бывает колючая? Как собака бывает кусачей. А, ребят, какие планы вообще на предстоящие турниры? Планы на предстоящие? Не проиграть в щи. А, миссия, ачив, квест. Квест. Сделать один фраг в игре. Минимум, минимум. Мы проиграли недавно на одном КВ в 0. 0.19 счет был. Нас снесли. Против кого играли? Это тайна, конечно. Это тайна. Да это паб был. Нет, это паб можно проигрывать. Мы просто убиваем КМ-ку и ливаем. Ну, когда нас носят. Там не было КМ-ки. Не было КМ-ки, поэтому в 0. В 0. А так была бы КМ-ка в 1 бы. 18-1 бы проиграли. 0. 0. Хорошо. Последний вопрос. Скажи, как ты добился уровня какого-то вот в игре такого жесткого? Что ты делал для этого? Часто играл, снимал, убивал? Малой, я бы сказал... Не напивался, ты беспамятный. Да, это секретная инфа. Ни разу. В общем, но я не считаю, что у меня прям такой супер крутой уровень. Нормально, что у тебя тоже. Не считают. Они так тоже не считают, поэтому его нет. Я такой нормальный средний игрок. Скилловой. Наверное. Не знаю. Лысый. Ребят, нормально. Давайте напоследок передайте привет нашей группе ВКонтакте. Группе? Привет, группа! Группа, привет! Все, будем курить. Они ушли.